Не уступил дорогу. В Бобруйске такси на скорости влетело в столб. По словам очевидцев, таксист ехал по Комсомольской. Форд по Пушкино. ДТП случилось прямо на перекрестке. Водитель службы перевозки не уступил дорогу. Врезался в легковушку. Затем отскочил в столб и задел ограждение. Такси, машина, я ее заметил в последний момент на перекрестке на большой скорости. Прямо мне заехала, вот машина разбитая стоит. Сразу не понял, небольшой шок, а потом вроде бы нормально все. Главное, что все живы. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и скорая помощь. Медики опросили участников аварии. Оба водителя не пострадали. Пассажирку такси госпитализировали. У «Форда» помята левая сторона. «Лада» серьезно пострадала. Капот превратился в груду железа. У левого колеса отлетел диск. Помят левый задний бок. На дороге лежат осколки разбитых стекол.